Традиционные забавы сабантуи не чужды в краю далеком, на Алтае. Это место считается прародиной тюркских народов. Колорит Татарстана представил татарское подворье из Заинского района. Современных хранителей традиций и гостей праздника поздравил Рустам Миниханов. Татарский праздник сабантуй, он стал общим праздником для всех народов нашей страны. Сегодня в 57 регионах, 30 странах мы этот сабантуй празднуем. Всех вас поздравляю с праздником и до новых встреч! Местом алтайского сабантуя стал туристско-рекреационная особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь». Это первый в России крупный комплекс природного экстремального туризма в горах. Здесь и горнолыжные спуски, и искусственные озера. С достопримечательностями познакомился Рустам Миниханов. Президент Татарстана отметил, это место перспективное и для дальнейших инвестиций, и республика готова поделиться опытом в развитии особых экономических зон. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, здесь на самом деле такая мощная энергетика. Эта зона, она как бы не имела инфраструктуры. Сегодня идут инвесторы. Конечно, надо бы, может быть, поактивнее, но уже начало есть. И, конечно же, мы тоже будем думать. Но в любом случае, как потребители, мы уже ваши. С Алтайским краем Татарстан активно сотрудничает уже более 10 лет. Связи развились. Там сегодня нет точного порядка счета, но это миллиарды рублей товарооборота, значит, между нашими регионами. И это, конечно, взаимная симпатия, такая, знаете, настоящая дружба людей, которые вот за тысячи километров друг от друга живут и друг к другу в гости приезжают. Сделать Алтай доступнее для татарстанцев может возобновление прямых авиарейсов между Казанью и Горно-Алтайском. Для этого нужно решить вопрос с субсидированием авиаперевозок. На Горный Алтай нам надо получить право на субсидии. Это, знаете, транспортная логистика – это основа развития туризма и бизнеса. Пока люди будут вот так через Москву летать, конечно, там никакого бизнеса, никаких этих не будет. Вот сейчас сезон принятия пантовых ланов, представляете? Люди приезжают, не благодарны. На костылях больные 10 дней выезжают. Не то, что здоровье поправляет, серьезное здоровье. Расширить сотрудничество Татарстан хочет не только в туризме. Республика готова предложить продукцию своих промышленных предприятий, а Алтай – свои сельхозтовары. Дмитрий Оригин, Марат Хусаинов, ТНВ, Алтайский край.